По уже сложившейся традиции, отделение развития творчества «Жар-птица» для ребят, впервые перешагнувших порог этого учреждения дополнительного образования, проводит большой праздник под названием «Посвящение в Кружковце». Для начинающих артистов это возможность впервые выступить на большой сцене и показать все, чему удалось научиться за 2 месяца. Задолго до начала праздника посвящение в Кружковце фойе городского дома культуры начало заполняться взволнованными родителями и юными воспитанниками отделения «Жар-птица». Их встречали сказочные персонажи и герои мультфильмов. Для ребят сегодня особенный день. Они вступят в большую творческую семью «Жар-птицы». Я привела свою дочь в Центр творчества «Жар-птица» к преподавателю Харлампиде Лариса Николаевна, очень опытный преподаватель. У меня старшая дочь обучалась на танцах, вот, и передала эстафету младшей дочери. Буквально через 2 месяца после поступления мы сразу пришли на концерт. Вот. Будем развиваться, и всем желаю успехов в творчестве. Праздник посвящения в Кружковце проводится для того, чтобы самые маленькие воспитанники отделения смогли увидеть, чему уже научились их более старшие товарищи, а также самим впервые выступить на большой сцене. Более 500 детей пришли к нам впервые в наш центр творчества, наше отделение развития творчества «Жар-птица». И, конечно, чтобы достичь каких-то успехов, детям надо очень стараться. Сегодня мы постараемся показать то, что у нас уже есть. И немножечко будут первочки наши уже показывают свои первые шаги. Нашим ребятам я всем желаю, чтобы они были в первую очередь здоровенькие, чтобы они стремились к творчеству и огромное трудолюбие. Вот то, что отличает наших детей от других, это огромное трудолюбие, потому что без труда ничего нельзя добиться, они об этом знают. В отделении «Жар-птица» для ребят открыты более 40 творческих мастерских, танцевальные и вокальные студии, кружки бисероплетения, рисования, кройки и шитья. Здесь любой ребенок сможет с легкостью найти себе занятие по душе. Я занимаюсь в отделении творчества «Жар-птица». Мне там очень нравится, потому что мы там шьем, делаем разные поделки. Я себе сшила 4 юбки. Закончила делать поделку матрешку, которой пошла на конкурс в новой школе. Я занимаюсь танцами. Называется «Сапфир. Восточные танцы». Уже танцую 6 лет. Мне они очень нравятся. Я очень горжусь тем, что я хожу на такие танцы. Для ребят и их родителей был подготовлен большой концерт, на котором выступили около 300 воспитанников, занимающихся на разных отделениях. Юные артисты пели, танцевали, разыгрывали театрализованные представления, а зрители в зале их горячо поддерживали. В конце учебного года воспитанники отделения развития творчества «Жар-птица» вновь соберутся в зале городского дома культуры, чтобы подвести итоги целого года занятий. Те, кто пришли в этом году, будут выступать уже наравне со всеми, демонстрируя, чему смогли научиться. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».